А самый крутой кейс мне нравится. Я выступал на Мехмате, на кафедре, как она называется, Калмогорова. Где Калмогоров там великий выступал. Я там сказал, продай свои мозги дорого. Я помню, даже написал мелом. Вы тут все крутые математики. Я говорю, не нужно идти в фундаментальную науку, потому что это не круто. Будете сидеть там и вонять в костюме в старом. Лучше идти в бизнес, продать свои мозги дорого и купить там Nissan своей жене Кашкай. И там сказать, взять в ипотеку хорошую квартиру там в этом самом Moscow City и так далее. Ну что-то такое сказал. После этого у меня запрещен вход на Мехмат. Они сказали, он на великой кафедре Калмогорова опозорил фундаментальную науку. Я думаю, что они там выжгли место, где я стоял. Здесь был дьявол, знаешь, как сказал Уго Чавес после того, как он после Буша пришел на кафедру Организации Объединенных Наций, помните, он зашел и сказал, здесь пахнет серой, здесь был дьявол. Так они меня там выжгли. Но тем не менее, это было выступление. Значит, когда я беседовал с каждым, 50 человек, я с каждым беседовал, ее девочка, ее зовут Анна, ребята знают, она у нас в рисках работает. Я говорю, как ты к нам попала, там, сколько ты у нас уже, ну, я, естественно, знаю, просто сколько ты лет работаешь, она говорит, я работаю 5 лет. Я говорю, круто, а почему ты пришла к нам на работу? Она говорит, ну, когда ты выступал у нас на кафедре, в Мехмате. Ты же сказал, продай свои мозги и так далее, и так далее. Я говорю, подожди, это время летит. Когда это же было? Она говорит, ну да, я тогда была студенткой, но я уже устроилась там на полставки или как-то там у нас работа. Как-то так она, знаете, можно быть студентом и у нас работать, да? Можно. Так вот, она сейчас партнер. То есть я вот так же выступал перед аудиторией. Одна из девушек там была, которая сейчас мой партнер, у которой акции там и так далее, и так далее. Вот к чему надо стремиться вам, молодежи. И это реальный кейс, которым я очень горжусь.